Здравствуйте! Это видео для всех, кто хотят делать карьеру недвижимости. Очень хорошую, очень доходчивую карьеру недвижимости. Но не только просто делать карьеру недвижимости, но учиться у меня. Лично у меня учиться. Меня зовут Дарис Оверлингас, я литовец. 26 лет уже занимаюсь недвижимостью. Большинство времени в Литве. Сейчас живу в Майами. И последние уже... уже 18 лет живу в Майами. И у нас очень успешно работает компания в Литве. Очень быстро продвигаются люди в Литве. И поэтому мы решили пойти на русскоговорящий рынок. Это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Везде, где разговаривают по-русски. Потому что я сам разговариваю по-русски, я могу обучать. И что вам надо сейчас делать? Просто начинайте изучать. Наблюдайте за эти видео. Смотрите. В Литве наша компания называется Visi Butai. Visi Butai. Visi Butai. Может, внизу потом напишу. Visi Butai. А меня зовут Дарис Оверлингас. Можете добавить в Facebook, там увидеть, но там в основном видео на литовском языке. Поэтому мы с России, у нас планы начинать с 21 года, сильно начинать работать уже. В этом году мы будем, начинаем уже сейчас, у меня в Литве уже русские, мы набираем русские команды, чтобы снимать обучение на русском языке. И, кстати, Денис такой у нас очень хорошо сейчас продвигается, хотя он работает всего месяц. Польза какая для вас будет, кто займется этими и кто начнет со мной работать, учиться у меня работать? Я вам могу пообещать, из долгов вас вытащит в хороший доход. Именно то мы делаем в Литве. Молодые люди, энергии много, и постарше люди, но женщины, мужики, есть много энергии, но сидят в долгах, потому что они тем занимались. Надо заниматься недвижимостью. У меня 26 лет международный опыт. Литва, Болгария и Америка. Уже 13 или 14 лет у меня лицензия есть заниматься недвижимостью Америки. Я продавал. Сейчас в Америке пока ничего не делаю в данный момент с недвижимостью. В основном вся работа идет в Литве, а сейчас идем в русскоговорящие страны. Так что... самое первое. Так, за обучение надо платить, естественно. Бесплатно опыт 26 лет бесплатно не раздается, да? Время дорогое. Поэтому надо будет платить, это вам будет стоить от 1000 до 10 000 и даже больше. Если кто захочет платить 25 или 50 тысяч за личное обучение, индивидуально, да? Пожалуйста, без проблем. Но надо будет платить, да. Но те, кто самые первые, заплатят по 2000, допустим. Брокера платят по 2000, маркетинг, кто занимается, по 1000 платят, да. Те, кто будет платить по 2000 в данный момент, на сегодняшний день, будет получать пользу 10-20 раз больше, да. Те, которые первые. И первые будет учиться в Литве. С Литвой будет работать, да? Подключим общее собрание, общее с нашими русскоговорящими в Литве людьми, которые живут в Литве. С этими будете общаться, будете учиться. И может даже уже в этом году начнете работать. Результаты очень хорошие, очень. Ко мне парни приходят, 2 месяца назад приходили с долгами. А на сегодняшний день уже зарабатывает по 5, по 10 тысяч евро месяц, не в год, месяц. И почему такие результаты? Ну, во-первых, опыт у меня 26 лет, да? Потом у меня хобби такое есть, я изучаю мозг человеческий, изучаю довольно так сильно, учусь из книг, конечно. И семинары, самые лучшие, самые дорогие семинары в мире. Так как я живу в Америке, мне это доступно, да? Вот и сейчас могу вас поучить. Это тут не только учить,
но даже помогаем работать, включает на видео, подписываем договора, я подписываю, разговариваю с продавцами. То есть все детали, кому будет интересно, уже потом и больше будем снимать видео. Просто я решил заснять самое первое видео, чтобы уже информация пошла, чтобы люди, которые будут со мной работать, чтобы уже эту информацию распространяли. Так что смотрите наш литовский канал, смотрите мой Facebook, подсоединяйтесь. И все, готовьтесь в России заняться недвижимостью серьезно, а не так, как большинство агентов только ловят какие шансы, большинство агентов ничего не зарабатывает. А если вы придете ко мне, вы точно будете зарабатывать, и очень хорошо. Но тоже надо будет и учиться очень сильно, и поменяться очень сильно. Так что жду вас. Подпишитесь на этот канал. Дариус Майами. И распространяйте информацию, наблюдайте. И до свидания, наши друзья. Пока.